Да, кстати, да. Ну ладно, будет тоже помнить. В эфире игра «Слабое звено». Время. Почему на стрим это будет, я думаю, вообще интересно. Во, под галем большой. А почему я рабочий? Раб. Ты раб, Димань, ты не рабочий. А я кто? А я некромант, о, нормально. Как по прям как положено. Галем туда. Чё так, там? Эксперт. Уровень сложности эксперт. Офига себе. А сейчас заново. А, норм. Ладно, сыграем, короче, 10 раундов. 10 раундов сыграем и вливаем. Играем в что-нибудь более экшеновое. 10 раундов. Итак, играем в слабое звено. Ду-ду-ду-ду. Время пошло. Смерть ждет. А... Кто это? Я знаю, что какая-то нежить. Лорд. Ой. Хватит уже. Я тебя слови два раза. Второй раз с локтя залепил. Да где он? Вот это воспитательная процедура, прости. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Да. Ну я краб. Я Блейдмастера выбрал первым. А это просто этот... Ну, обычный воин, да? Бугай, да. Блин, я ж почти нашел. Ну, ты отмок я в этом Блейдмастера. Ну, я сам не был уверен. Если бы я был уверен, я бы не ошибся. Так я сам не знаю. Пошло. Кончай щелкать, мышь оглохнет. Ну, на самом деле, этот... очень легко их перепутать, потому что их озвучил один тот же человек, Дмитрий Назаров из кухни. Я правильно нажал. Ну, летучая мышь тут довольно редкий гость. Ого, Ромка 295, такой вообще хардкорщик. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Хорошо смеется тот, кто стреляет первым. А так. Ну, тут изи. Он что, говорит... Хумановский? О, да, да, сверху, посередине. Ты же его подсказываешь. Да блин, где это? Сверху посередине, Дима! Ну не совсем посередине, конечно. Ну... Ближе к лету. А, потому что у меня моделька просто играет. Заменена на эту, на вархаммеровскую. Время пошло. Ты прав, смертный. Со мной лучше не связываться. Ту-ду-ду-ду. Ты прав, смертный. Со мной лучше не связываться. Ту-ду-ду-ду. Все завалились на этом. Ты прав, смертный. Ясно. Со мной лучше не связываться. Сверху желтенький. Вадимка все знает. О, ну я топ-1 в этой пятерочке и выгонят а кого-то. Должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое. Ромка 295. Если бы можно было в этой игре уйти в минус, он бы ушел. Ты бы, кстати, вот такие карты с нами бы играла. Я не очень помню, слушай. Ну вот Ромка 295 помнит еще хуже. Рыцарь пучины. Рыцарь пучины его забрал. Слабое звено. Реально не знал суть карты. Незаконные приобретения или хранение без цели сбыта магических артефактов или чародейских эликсиров в особо крупных размерах. Наказывается лишением свободы справа. На срок от 3 до 3000 лет. От 3 до 3000 лет. Не просто не найти. Вот я даже я так знаю, тут смотри, андедовский герой, хумановский герой, потом орковский, эльфийский. Все же распределено, точно. А, я думал, тут рандом какой-то. Разговаривая с людьми, всегда улыбайся. Ну тут такой голос, у него такой, конечно, глубокий голос, прикольный. Mm-hmm. Разговаривая с людьми, всегда улыбайся. Итак, Кранкон 0. Я вообще, ну выкидывайте. Время пошло. Сам виноват. Бля, чё я туплю? Очевидно, что это тролль. Какой? Фух, блин. Сам виноват. Я пипец. Чё-то я вообще уже плохо помню, Варик.
Дима мне подсказал, получается. Ну да, сейчас я вспомнил, когда, да, что он такой. Я сначала кликнул на знахарь. Играем в слабое звено. Да нет, знахарь такой, нахалевый звон. Мы уже идем! Ну это кто-то двое. Пушки, да? Да, пушка, орудийный расчет. У Хуманов он. Все, я теперь знаю примерно, где искать. Здесь, кстати, ледяного дракона нет, дискриминация. И танка, потому что... И наемников нет. Итак, играем в слабое звено. Вон у меня арта, смотри какой. Да сгинет враг! Да сгинет краб! Так, это какой-то кто? Таурен справа сверху. Да сгинет враг! Да сгинет! А что нормально, ты мне, ну, на стриме-то как раз не слышно. Там задержка ж. Да. И Мери почти меня догнал во второй игре. Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Ну что, ребят, ливаем? Давайте. Или еще кто-то хочет? Ну что, ливаем? Не знаю, ну сейчас как чатик отреагирует. Вы самое слабое звено. Прощайте. Я бы, кстати, в утро пати поиграл. О, Джайна, прикольно. Так, а риск с союзами не будем? Не знаю, может, риск с союзами. А если у союза общая земля? Губит людей, не пиво. Еще понятно. Губит людей, вода. Да. Губит людей, не пиво. Губит людей, вода. Да. Да. Я, кстати, так, не слышала. Слабое звено. Панды не видела? Время пошло. Варики. Никогда. Вверх, право, баньша. Да-да-да. Я даже знаю. Можете этот репит на Ctrl-C, Ctrl-V с шифтом выделить, shift влево, влево, влево. Вот так вот. А, shift-home, Ctrl-C. Итак, играем. О, сейчас попытаюсь заспамить, короче. Время пошло. Смерть врагам! Опять что ли? Да. Смерть врагам! Смерть врагам! Не получилось заспамить. Смерть врагам! А что-то Турена не угадали, лол. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Все, ладно, давайте вот эту пятерку доиграем и ливаем. Время пришло. Время пришло. Паукан. Шокан. Паукан! Дима! Все. Для тебя специально. Итак, играем. Да, ну Ардос у меня, конечно, вообще эпичный. Время пошло. Слушаю и повинуюсь. О! Дима затащил. Мне он нравится. Ты, кстати, смотрел видео на канале Hots, ну, Russia? На ютубе. А что там? Ну там есть почти по всем героям. А, ну да. Там пустышка вообще. Что там поиграть? Один из вас должен. О, и Мери меня в этом раунде догнал. Все, давайте без слабых звен. Звеньев. Звен.